Видеокурс Street Tai, неуязвимый уличник. Узнай, как оставаться нетронутым в уличной драке, убойную комбинацию, а также как работать лоукиком на улице. Ссылка в описании под видео. Здравствуйте, бойцы! В этом видео я вам покажу наконец-то, как работать против высокого бойца. Тут меня засыпали уже этим вопросом. Но сразу развею ваши мифы и надежды, да, нету какой-то супер метод, супер способ, изучив который вы сможете побеждать всех высоких бойцов. Поэтому смотрим видео, слушаем внимательно, очень внимательно, для того, чтобы потом мне не отвечать в комментариях на вопросы, которые я уже рассказал в видеоуроках. Смотрим. Итак, бойцы, как я уже сказал, приветствии не бывает никакой супер тактики, да, которая поможет победить любого высокого бойца. То есть все зависит прежде всего от бойца, кто вы и кто против вас. Но чтобы вы понимали, рост — это очень большое преимущество, очень. Поэтому ребята всегда стараются засушиться, да, согнать вес перед соревнованиями для того, чтобы с меньшим весом войти в более легкую весовую категорию и, естественно, быть там выше всех. Да. Есть, конечно, ребята, которые с небольшим весом работают очень хорошо. Да, из профессионалов тот самый Майк Тайсон из тайского бокса К1. Это Майк Замбидис, там при росте 1,60 м работал в весе до 70 кг. Довольно успешно он там всех выносил, как бы по 1,80 м, ребята. Но я вам покажу такие основные принципы, которые нужно использовать при работе с высоким бойцом. Но опять-таки все зависит от него, как он работает. Но высокий боец, в чем-то преимущество в росте, как бы, во-первых, это длинная конечность, да, чем выше человек, тем длиннее руки, длиннее ноги. То есть, естественно, если вы невысокого роста, у вас руки короче, и при обмене ударами вы будете получать, не доставая до противника. То есть, например, мне Коля поможет, он, конечно, не сильно выше, но мы так симитируем, я немножко подсяду. То есть, если он бьет прямой, пусть туда, и я с меньшим ростом бью прямой, да, например, вот. То есть, он мне уже попадает в нос, а я не попадаю никуда. Получается, как в мультике. Он мне бьет, а я на воздух стараюсь попасть и не могу достать. Поэтому идти по прямой, фронтальную атаку бесполезно, вы будете выгребать, получать. Ни в какой обмен ударами идти не стоит. То есть, прежде всего, нужно делать уклоны. Это надо очень хорошо отработать. То есть, когда он бьет прямые, к нему смещаться с уклоном, то есть под руку. Это довольно тяжело, довольно страшно, особенно на начальном этапе, когда боятся ударов, стараются сразу уйти назад, убежать куда-то, отойти. Здесь именно момент самого уклона. Он бьет прямые, сделать уклон. И работать по корпусу сначала. Почему по корпусу? Противник выше, до головы достать тяжело, да? Он высокий, я до головы не достану, ему достаточно просто назад голову отклонить, убрать, да? За счет этого все работают. Он руку выставил назад, я не достаю, то есть работаю на воздух. Поэтому сначала нужно работать по корпусу, отбивать корпус, как бы все время заставляя его, во-первых, сбиваем дыхание, заставляем его нагибаться, сутулиться и, естественно, опускать руки. То есть, и когда у нас идет постоянная такая работа, то есть я нырочек, я ему корпус, он прикрывается опять. Что, бросать? Я нырочек, я ему опять корпус, он прикрывается. Он прикрывается. И когда ему уже здесь, на короткой дистанции я начинаю по корпусу, у него руки опущены, тогда я могу только ему зарядить боковой в голову, например. Или апперкотом как-то достать, он опущен. Или апперкотом между рук уже пробить. То есть, ваша задача ему поотбивать корпус хорошо, чтобы он уже стоял в такой стойке. Как бы он видит, рост меньше, да, все время работа по корпусу, руки опускаются, и тут приходит боковой. Или этот, потому что противник всегда здесь, он старается локтями прикрыть корпус, да, вы ниже ростом, вы тут работаете, только видите, что перчатки ушли на низ, да, он прикрывается локтями корпус. Сразу отсюда можно боковой четко зарядить в голову, через руку, через перчатки. Но это момент хороший, конечно, больше для боксеров, для тайского бокса. Идет немножко еще и другая работа, так как здесь у нас есть ноги и колени. Это очень страшное такое оружие.
и хороший боец, да, высокого роста, они колени используют очень часто и постоянно, так как рост позволяет ему и длина ноги позволяет работать коленями, они просто набрасывают, вот, например, да, он закрывается, он набрасывает, только видит тот, кто пониже закрылся, он сразу ему колено заряжает голову, то есть ему до головы достать несложно, скажем так, да, если мы берем там разницу 10-15 сантиметров, то есть сразу идет колено в голову по прямой или в корпус, и тяжело что-то это сделать. Поэтому здесь опять-таки ваша тактика, у меня был уже видеоурок, боковой от колена, то есть вот применять именно такую тактику, когда высокий боец бьет коленями, да, вы здесь стоите, стараетесь сбить локти, подставить, то есть и сразу боковым его встретить, то есть себе подпустить и боковым, или на корпус опять-таки боковые бросать, а потом выждать момент и в голову пробить этот боковой, или работать просто по корпусу постоянно, постоянно забивать корпус и уже выжидать, сразу пробить боковой в голову, то есть без корпуса, а сразу он бьет колено и вы сразу уже в голову пробиваете, когда у него руки идут автоматически на прикрытие корпуса. То есть это два основных момента. И третий момент, в тайском боксе хорошо тоже делать, это работать на лоу-кики по ногам. То же самое, заставляя противника подсаживаться. То есть если противник выше, вам надо его опустить. То есть опустить его голову для хорошего удара. Поэтому то же самое, мы работаем под каждый его прямой удар. Там, например, прямой, или стараться его провалить, когда он бьет ногами прямой. Оп, бам, и сразу лоу-киком его задавить. То есть он бьет прямой, мы ему лоу-кики. Он прямой, мы ему лоу-кики. То есть он прямой, и мы его в один момент, мы рано или поздно, если хорошо пару раз попадем, мы его все равно подсадим и заставим как бы опускать руку или пригружаться, или оттягиваться как-то. То есть и в этот момент мы тоже можем ударить уже руками. Например, там бросить, раз, он уже подсаживается, руки опускает, и мы уже раз, и сразу вторым ударом достаем до головы. То есть, ну это такие основные принципы. То есть, прежде всего, самый главный ваш принцип, не идти в лобовую атаку. То есть, ни в коем случае. Потому что хороший боец, он будет вас держать на руке, на прямых, и сразу добавлять колени. Прямые или фронтом пару раз повстречает. То есть, вы просто к нему не подойдете. То есть главная задача это подходить все время с уклоном. С уклонами, с нырками, все время стараться подлезть на короткую дистанцию и работать по корпусу. То есть поработали по корпусу, сразу на голову. Но опять-таки в тайском боксе есть момент такой как клинч. Поэтому вы подходите пару раз на корпус, вас сразу взяли в клинч. Да, хороший боец возьмет в клинч, начнет своими длинными коленями обрабатывать вам корпус. Так само может вас бросить. Ну и вы, естественно, должны хорошо быть подкованы в клинч, для того, чтобы, поработав на корпус, вы сразу могли его взять за корпус. И здесь поджаться к нему, даже если вы меньше, вы должны работать, то есть на его корпус. То есть понятно, что голову вы проиграете сразу. То есть поэтому поджаться на корпус, и здесь уже тоже можно работать. Или по ногам коленями, да, по бедру. Или уже скруточки потом делать, там высекать, попробовать бросить куда-то, перекинуть. То есть все от вашей силы там зависит, естественно. Ну такие, я вам рассказал как бы ряд таких основных моментов. Естественно, это все надо отрабатывать, естественно, это все надо смотреть от высокого противника, да, кто против вас. Высокий противник — это такое относительное понятие, это может быть боксер, это одна работа. Может быть какой-то борец, там, ММАшник, это совсем другая работа, там могут стараться тоже всунуть какое-то колено. Если это тайский боец, это вообще третья работа, потому что высокий тайский боец вообще может ничего не даст сделать. Будет вас ногами обстреливать, руками даже может и не трогать. Ноги, колени, будет фронтами держать, колени вставлять все время. К нему не пролезешь, не подойдешь, как бы здесь только надо работать уже на сбивке. Например, ловить ноги постоянно, ловить фронты, делать сбивку от фронтов и работать на контратаке.
если он, например, фронты бросает, да, то избивочку сделали и сразу опять-таки лоу-киком все отбивать. Сделали опять-таки лоу-киком, только на контратаках все время работать. То есть и в один момент вы подойдете, когда ногу отобьете хорошо. Поэтому это все надо отрабатывать, все надо смотреть. Но это такой ряд основных моментов, которые вам надо изучать и обучать. Обучаться, вернее, и все это отрабатывать на тренировках. Привет, бойцы! И сейчас непосредственно начну комментировать поединок. Как видите, противник попался мне выше где-то на голову, 15-20 сантиметров. Держит дистанцию, хорошо работает, работает левой ручкой. Вот это основная работа высоких бойцов. Ну, я сразу сокращаю дистанцию, пробиваю 4 удара. Это вот то, о чем я вам говорил на протяжении всего видеоурока. Это основная работа против высоких бойцов. Стараться сократить, снова иду с уклончиком под левую руку и сразу с боковых захожу через корпус и добавляю удары в голову. Это очень тяжелая физическая работа, потому что нужно постоянно быть в напряжении, постоянно быть готовым к этому уклону и при этом не пропустить прямой. Вот только что хотел споймать меня на правый апперкот, немножко не попал, и мне опять-таки удалось сократить дистанцию и пробить 4-5 ударов. Конечно, эти 4-5 ударов, они не точные, они до головы пока что не доходят, но пока периодически пробивается корпус. Противник тоже хороший, он правый снизу пытался ударить, но так, корявенько и не активно. И держит дистанцию, видя, все время на отходе старается бросать левой рукой. Это не дает возможности резко сократить дистанцию, так как, соответственно, да, он тоже знает про эту тактику. Он тоже видит, что я стараюсь сократить дистанцию, зайди с уклоном. Поэтому его основная задача не дать этого сделать. Как это не дать сделать? Соответственно, разрывать эту дистанцию и левой ручкой все время пробивать, бросать. Вот был момент, где я хотел справа пробить, видели, попал в плечо чуть-чуть. Снова пытаюсь зайти, он делает шаг назад и бросает левый прямой. Пока что ничего до головы не доходит, пока что без удара. Ну вот такое, это не удар, это так. И вот тут зашел, и с левым сбоку я зашел и попал в голову. Неплохо попал, но силы, конечно, чуть-чуть не хватило, чтобы так потрясти. Здесь снова я старался работать, как бы чуть-чуть его поджимать, но идти вперед... Просто идти вперед. Смысла нету на высокого бойца. Потому что, опять-таки повторюсь, как из видеоурока, левая рука длинная, и он все время будет встречать. Поэтому моя задача наоборот, как бы стоять на месте, вот эту дистанцию, которую он же держит, выдерживать и заставлять его бить левой рукой. И на этом ловить. Но здесь тяжело, опять не попал. Опять он просто делает шаг назад и все. То есть... Сократить дистанцию одним шагом не получится. Надо делать 2-3 шага для того, чтобы дойти до него, для того, чтобы поджать канатом. То есть в центре ринга сократить дистанцию практически нереально. Снова вот раз-два, сократил дистанцию, правый сбоку попал. Правый сбоку в голову, правый сбоку в корпус дал. Судья показывает, что попал по почкам. Но это уже от противника зависит, он уже спиной повернулся как бы ко мне. Уже когда в серию входит, что опять снова бью боковой. Бью боковой как бы высоко, но попадаю в плечо. Потому что противник высокий. И чтобы попасть в голову с уклоном боковым, надо вообще руку задрать так, ну, просто неестественно для плеча. Поэтому, чтобы бить в голову, надо выпрямляться. Снова бросает длинные руки. Вот тут хорошо споймал, я его с уклона попал в голову. Здесь он уже пытается на корпус работать, начинает поддавливать. Второй раунд начался. Он активизировался. Начало раунда. Снова попал левым прямым. Здесь он уже бросился, его провалил немножко. И здесь через корпус и правый в голову попал хорошо. Здесь снова боковой и левый сбоку попал в челюсть. Вот эти пару ударов его потрясли немножко. Он уже вот опять поджался. И опять в угол зажимаю. Но это он уже делает чуть запрещенную вещь. Левой рукой придерживает голову, а правой бьет. Как в мультиках. Да, головой прижал, одной рукой держит, второй бьет сверху. Здесь пошел вперед, опять свои левые хорошо под руку ушел от прямого, уклончик. Вот это нужно делать против высоких бойцов, уходить под его прямые, то есть с уклончика. Вот опять провалил, видели, и пытался левой рукой достать на скачке. То есть шаг назад провалил и снова делаю этот момент. То есть от его левой руки проваливаю его шагом назад и сразу сокращаю на левой ноге. Ну, соответственно, он тоже разрывает дистанцию, это видит, поэтому... Это все не так просто, как на отработках, но главная суть этого
момента была сделана. То есть я провалил и шагом сокращаю, он отжимается к канатам, отходит к канатам, и там уже я стараюсь пробить серийно. Вот снова дал ему с уклона левым прямым. Вот он двоечку бросил, и я ему отвечаю тоже правый сбоку, ну попадаю в основном в плечо. Опять ушел от его правого прямого. Вот эти уклончики очень важный момент в боксе. И слева на скачке дал, и здесь пошла большая пятиударная серия, которая забрала кучу сил. Но пока немножко ему поднамял, возможно, дыхание сбил. Ну такая уже работа, середина второго раунда, немножко уже тяжелая работа. И он уже подустал, и я уже подустал. Ну там тренер его начал кричать, что давай работай уже, ты не двигаешься. И в общем, тренер уже видел, что он подустал, он не хочет работать. Ну, все-таки погорячился немножко тренер. Конечно, здесь я его начинаю поджимать. Работа через корпус уже начинает. Спиной повернулся, убежал, да, смешной момент. Тяжело, в общем, в двух словах, против высоких работать тяжело. В моей бойцовской карьере, назовем ее так, не раз попадались высокие бойцы, и не раз заканчивалось это все дело не в мою пользу. Как бы все знаешь, как бы да, все умеешь, но тренер выбросил полотенце, чтобы вы понимали, и просто прекратил бой. Ну, по сути, как бы бой я выиграл, да, попадал больше, точнее, практически в голову ничего не пропустил. То есть он сдох полностью, тренер не зря полотенце выбросил. Ну, конечно, может и погорячился с этой стороны. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, забирай бесплатные видеокурсы по тайскому боксу, по самообороне на улице в описании под видео. Настойчивости в тренировках.